В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил задачу в ближайшие 5 лет подготовить 1 миллион специалистов среднего звена, что позволит обеспечить кадровую безопасность страны и ее конкурентоспособность. В Славянском районе с этой задачей успешно справляются. С подробностями мои коллеги. В Славянске на Кубани среднее профессиональное образование можно получить сразу в 4 учебных учреждениях, и одно из них – Славянский филиал Кубанского госуниверситета. Здесь выпускников 9 классов обучают по 4 специальностям – сетевое и системное администрирование, право и организация социального обеспечения, дошкольное образование и физическая культура. Средний срок обучения – около 4 лет, который выпускникам 2023 года запомнится как одни из самых лучших в жизни. Жизнь студенческая оказалась очень яркой, замечательной, и было очень весело учиться все 4 года. И я планирую поступать на высшее образование, на факультет психологии и педагогики, на учителя начальных классов и также дошкольное образование. Я очень рада, что я пришла именно сюда учиться. 4 года были просто, они пролетели незаметно. Прекрасные руководители, куратор, который всегда поддерживал, помогал на протяжении всего учебного года. Для студентов, окончивших обучение в городском доме культуры, состоялось торжественное мероприятие – их выпускной вечер. И, конечно, молодые специалисты в этот день принимали заслуженные поздравления. Сегодня от лица ректора Кубанского государственного университета Астапова Михаила Борисовича, директора филиала в городе Славянске на Кубани, ЕОС Ольги Викторовны, поздравляю вас с получением среднего профессионального образования, а также присвоением статуса выпускника Кубанского государственного университета. Уважаемые преподаватели, выражаем искреннюю благодарность за тот ежедневный труд в области воспитания и формирования будущих профессионалов. Частички наших ребят навсегда останутся в ваших сердцах. Выпускники 2023 года. Сегодня, как иногда, наша страна нуждается в вашем профессионализме, в ваших умениях и навыках. В добрый путь! В этом году диплом о среднем профессиональном образовании получили 160 студентов Славянского филиала КубГУ. Это один из самых больших выпусков. Елена Анне Владимировне, и жалейте своих аплодисментов. Впервые в истории отделения СПО в этом году сразу 32 студента окончили обучение с красным дипломом, 8 из которых с одними пятерками. И это не единственный повод для гордости за этот выпуск. Мы двигались вперед, и уже прозвучало у нас на этом выпуске рекорд по обладателям стипендий правительства, наши информатики молодцы. Более того, мы впервые в истории научились получать стипендии губернатора Краснодарского края для талантливой молодежи. Наша Оля Лапика, например, 2 года лауреат. Саша Богачев молодец получил. Наша Иванова, красавчика, умудрилась, научила нас получать стипендии администрации Краснодарского края для талантливой молодежи. Я уверен, что мы побьем все эти рекорды когда-нибудь, но вы были первыми, и всем придется на вас равняться. После торжественной церемонии вручения дипломов для выпускников был подготовлен праздничный концерт, на котором выступили студенты Кубанского госуниверситета. Поздравляем выпускников с окончанием обучения и получением профессии. Пусть она поможет вам реализоваться в жизни и внести свой вклад в развитие нашего края и страны. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».